продолжаю отвечать на сообщения, которые мне присылают подписчики моего канала в Телеграм. То, о чем вы пишете, это частный случай проявления женского желания доминировать над мужчиной. Чтобы мужчину психологически задавить, женщина может придраться вообще к чему угодно. Например, если мужчина не лежит на диване, а находится в кухне, то женщина может придраться к тому, что он неправильно поставил чашку. И если вы не хотите, чтобы в итоге женщина вас психологически задавила, то любое открытое проявление недовольства с ее стороны нужно жестко пресекать, вплоть до расставания. И вот еще одно сообщение от подписчика моего канала в Телеграм. Будет два скрина. Ну, тут ситуация вообще классическая. Вы, что называется, залипли на женщину, которая вызывала у вас больше всего эмоций своими постоянными сменами настроения. То есть, по сути, на эти эмоции вы подсели как на наркотик. Женщины, которые ведут себя более стабильно, такой реакции обычно у мужчины не вызывают. Хорошая новость заключается в том, что после того, как вы справились с этой ситуацией, вы можете продолжать дальше использовать эту женщину, не боясь снова на нее залипнуть. Я вообще думаю, что благодаря этому опыту вы больше никогда не залипнете ни на одну женщину.